деревне, где до этого тусовались 3 недели, кажется. 2 недели с хвостиком. В общем, выезжаем с рассветом. Такая красота вокруг. Количество времени на восстановление, финансовой независимости страны, восстановление платежеспособности Украины, людей на Украине. Это будет ой как не скоро. И сейчас вот отправляю жену с дочкой, и реально я не знаю, когда я увижу их в следующий раз. Это самое худшее ощущение, что у меня в жизни пока было. Ну, на этом передача не заканчивается. Будем вещать дальше. А там посмотрим, что будет. Покажу потом, как заберем остальных. Так, забрали пассажиров. Грузится в машину. Вот как у нас машинка теперь выглядит, просевшая. Опа, ну-ка, сказали все дружно, хай. Вот, молодцы. Что ж, едем на Харьков. Ну, приехали на ЖД. Вот сейчас будем пробовать сесть на поезд, посадить. Все, топаем. Нашли вагон. Нашли поезд, заселились. Вот тут какие книжечки правильные. Вот наши девочки будут тут сидеть. В общем, дальше уже, наверное, будут видосы непосредственно от маман. Пожелайте нам удачи. Стоим в очереди, чтобы попасть на автобус. Дети, почему они идут? Стоим на таблице. Уже... Сын, закрой рюкзак. 5 часов. Ну, не знаю, сколько это еще продлится. Ну, это пипец. 1+. Хорошо кормят. Детей много сладкого дают воду. Мама, будем смотреть, что будет дальше. Едем в Краков. Детям понадавали конфет, игрушек. Едем бесплатно. Сказали в Кракове, будет пересадка в Прагу, тоже билеты бесплатно.
такой, типа Интерсити.